Огромное спасибо, друзья. Ну что ж, здравствуйте. С вами рок-группа «Руслан Вега». Вы знаете, спасибо. Для нас огромная честь выступать сегодня на этой потрясающей сцене с таким замечательным звуком одного из самых престижных вузов нашей необъятной родины. И в первую очередь хотелось бы, конечно, поблагодарить организаторов данного мероприятия за предоставленную возможность. Ну и, конечно же, всех, кто пришел сегодня к нам, чтобы послушать хорошие песни, насладиться хорошим звуком, а мы, в свою очередь, обещаем, что концерт пройдет на ура. Спасибо вам огромное! Друзья, ну что ж, и давайте вместе с нами окунемся в мир безоблачного детства, где все легко и просто, и где мечты, словно разноцветные кораблики, плывут по весенним ручейкам счастья. Ты рукой махни, как
спасибо огромное. Это была одна из самых старых песен потрясающего композитора, музыканта Игоря Романова. Но сейчас мы исполним вам песню для вас. Исполним песню, которая называется «Жизнь идет», в современной обработке, в танцевальной обработке. Я думаю, вам это все понравится. И если есть желание, возможность, друзья, давайте спускайте все вниз, ближе, садитесь, рассаживайтесь поудобнее. Смелее. И тишина. Ну, нет желания, нет? Ну, хорошо. Будем надеяться, что кто-нибудь еще придет. Ну что ж, поехали. Жизнь идет. Yeah. Спуститься вниз сюда, поближе к сцене. Нет? Желания нет? Так лучше видно и слышно, я понял. Ага, хорошо. Друзья, вы знаете, в сфере деятельности нам приходится очень много путешествовать. И чаще всего это самолеты, потому что ну, это очень быстро и удобно. Вот. И следующую песню, которую мы хотим исполнить, эту песню посвящаем людям, которые поднимают в небо корабли с серебристыми крыльями. Песня называется «Взлетная полоса». Yeah.
Страшная полоса, это начало дня. Звездные голоса в небо зовут меня. Ветер шумит в ушах, солнце слепит глаза. Yeah.